Военное сотрудничество Москвы и Пекина очень важно для мира и стабильности на региональном и глобальном уровне. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине. Андрей Белоусов заверил, что российская сторона готова продолжать тесное сотрудничество с КНР и совместно реагировать на глобальные вызовы в сфере безопасности. Дун Цзюнь подчеркнул, что двусторонние отношения основаны на высоком уровне взаимного доверия. Они служат примером сотрудничества крупных держав. Министр обороны КНР также отметил, что вооруженные силы двух стран должны углублять стратегическое взаимодействие, способствовать развитию военных связей и твердо защищать общие интересы.